Че, для дробовика ничего нет? Мина есть. Немножко бабла. А еще один коридор, действительно. Ну, это как в тюряге. В первом Dead Island. Бесконечные коридоры. Такс. Починимся-ка. И пойдем дальше. Я почему-то так и думал, что стенки будут лопаться. И сбоку кто-то на меня нарываться. Неоднократно тоже соберется. Че тормозим-то, а? Так. Руками по мячу не ударяй, пожалуйста. Это может быть травмоопасно. Если ты понимаешь, о чем я. Ну, типа вот об этом. Твою налево! Боковая защита. Фланговые атакующие. Иди в ад, скотина. Ну что это такое? Ну где ваши манеры, господа? Слугами вашего отеля я, пожалуй, пользоваться больше не буду. Что там за жопа? Что за свет? Хм. Это просто круговой обход. Отлично. Ну, жрать-то будем? Или как? Руки убрал. Давайте договоримся, музейные правила руками не трогать. Зубами тоже. Здрасте, приехали. Все, все успокоились. Что-то опыта-то даже не идет. Странно как-то это все. Блин, катана просто суперская. Ей можно завалить кого угодно, хоть слона. Да, слон. С 2000 баксов. А вот так вот. Лифт, ну куда же в игре без лифта? А я, пожалуй, ширнусь еще разок. Надо ж куда-то обтечь. Конечно, как всегда, заедает. Что, куда, зачем? Отлично. Ну, мне хотя бы вниз. И то ладно. Как удачно, знаете. Там, где нужно, заело. Эй, я на месте. Здесь настоящий ад. Здоровенный такой ад. Медлаборатория? Такс. Я бы сказал, что это не ад, а зад. Шестерни. Уже неплохо. Блин, вот это свинарник. Сейчас изо всех дверей полезут черти. Насколько я могу представлять себе. Финал этой сцены. Уже где-то... где-то что-то там по звукам происходит. Не будешь возражать? Не похожи они на зараженных. Черт, они еще тепленькие. Тепленькие! Смотри, сейчас некрофилы сбегутся. Опять обыскивать и искать непонятно что. Офигеть, патронов. Что я должен искать? Допустим, на втором этаже проверим.
А звуки все громче и громче. Аптечка. Нет, вы мне скажите, что конкретно искать, уроды. Сколько можно бегать? В потемках. Ага. Компьютер нажать. Судя по записям, первую партию оборудования сюда доставили... Судя по записям, у них говёный Linux. У этих ублюдков все было спланировано. Они выпустили вирус, а потом сидели и смотрели, что произойдет. А потом сдохли. Ну где эта хрень? Твою-то мать. Видимо, на этих людях испытывали противоядие. Ну, что-то варикозиком попахивает. Побочный эффект. Я знаю, что я там сейчас увижу. Какого-нибудь гиганта. А нет, это выход на улицу. Карло, послушай, не надо этого делать. Я должна. Все зашло слишком далеко. Постарайся это контролировать. Я знаю, ты можешь. Я пытаюсь. Но контролируй свои месячные, пожалуйста. Истеричка, я прострелю тебе башку. Ну зачем? Ну это стоило 1020 рублей, если не больше. Ну, какие 20? 200, наверное. Лабораторное оборудование хрен знает сколько стоит. Что ты говоришь? Какие 200? 2 миллиона. Эпидемия на Полонаре. Это они виноваты. Испытывали биологическое оружие. И мудаген. Он нас всех уничтожит. Вы не сможете это контролировать. Это будет контролировать вас. А как же противоядие? Неужели не понимаете? Противоядия нет! Меня поймали, когда я пыталась проникнуть сюда. Испытали на мне мутаген, не зная, к чему это приведет. Они не знали, что у меня иммунитет, как у вас. Смотрите, в кого я превратилась. Я всех их убила. Мы не сможем это остановить. Надо все это уничтожить, пока оно не уничтожило все. Карло, послушай меня. Мы можем это контролировать. Свалим с этого драного острова, и нам помогут. Помощи не будет. Нам не спастись. Никому из нас. Мы слишком опасны. Да хватит крушить-то, а? Нам никогда не покинуть этот остров. Никогда. Карло! Ну, давай постреляем, деточки. Ауч! Я даже на дробовик-то не успел переключиться. Эй, Карлоу! Иначе никак. Опасный, слишком вель... Отлично. Я перебью весь остров, если иначе не уехать. Сколько у тебя здоровья-то, зараза? Нифига себе, много у тебя здоровья. Так, погодите. Эй, я такой штукой всю игру кололся. Хочет превратиться в мутанта. Ни хрена себе! Деточки, наркотики до добра не доводят. Тихо, уберись от меня нафиг. Нафиг иди! Нафиг иди. Сейчас, погодите. Сейчас что-нибудь такое, вот сюда. Да иди ты нафиг, я тебя предупреждаю. Ах, я же еще ни хрена не вижу. Убери со своей бензопилой куда подальше. Она еще и устраивает тут горячий вечер. Спокойно! Спокойно! Ускоряйся, чувак! Так, что круче, катана или бензопила? Чё ты, она, блин, бессмертная какая-то тварь. Да хорош! Чё там по огнестрелке есть? Что там есть по огнестрелке, а? Где-то что-то должно быть по огнестрельному оружию. Урон от огнестрельного оружия плюс 5%. Не то. Вы получаете шанс мгновенно убить противника метательным оружием. Работает...
повышает вероятность нанести критический метательным оружием, повышает... Мне нужно то же самое от огнестрельного. Ну, в общем, ладно. Не-не-не-не-не-не-не, задницу пилить не надо. У меня все с ней в порядке. Гребаный пластический хирург. Гребаный подпольный клин, нифига себе, 17 косарей. Все кританул. Что звуки не соответствуют изображению. Вполне нормально выглядит. Господи. Я думал, ты будешь зеленым человечком таким маленьким. Ну или двухметровым огромным мутантом, типа Халк крушит, все такое. Все, твои месячные, дуры, никакой мутаген здесь ни при чем. Она обдолбалась. Взять мутаген. Это личное задание. Только один укол. Пока что я держу себя в руках. Но уже я справлюсь. Так, тварь, ты сейчас получишь от меня. А чё она такая огромная стала? И какого чёрта здесь играет опять-таки рэп какой-то? Ух ты! Сейчас будет месиво. Здрасте. Я ваша смерть. Кажется, я снова в норме. Ух, по крайней мере, очень надеюсь. Как два пальца об асфальт. Сдаваться я отказываюсь. Я никогда не сдаюсь. Надо еще шернуться. Найти этот чертов корабль. It's not the end. Yet. Короче, задания еще не кончились. Надо найти корабль. Еще разобрать чей-то факс. По винтикам. Где моя катана? Вот она. Посмотрим. Приключение продолжается. Отличненько. Посмотрим, что у вас тут в шкафчиках от Икеи. Как себя ни черта. Как бы самому не сдохнуть. Успокойся, парень. Просто успокойся. Просто успокойся. Я еще раз повторяю и прошу вас успокоиться. Ладно, ладно, придется вас убить в таком случае. Ни хрена не понимаем, да? Ну давай, быстрее бей его. Что ж ты начал его как-то долбить по-странному? Магнит в шкафу. Спокойно. Спокойно. Вы меня там, внизу, не видели, а то бы не нарывались. Сидели бы тихо вообще. Но, к сожалению, слава как-то не очень быстро расходится. Так, а вот и шикарная яхточка. Которая развалится от 5-метровой волны какой-нибудь.
небольшой. Хотя нет, нормального размера. Так, как туда попасть-то? Это явно где-то поблизости. Что значит поблизости? Я ее уже вижу. Ты можешь? Ну да, конечно. Кустарный способ перебраться через все препятствия. Подойдем сначала к карте. А нет, пока нельзя ее активировать. А то мало ли. Куча трупов. Так, и что делать-то? Мне же надо на нее как-то взобраться. А, нет, спустить, видимо. Нет, забраться. Так, погодите. Что-то я не врубаюсь. Что мне надо делать? Пультик должен быть. Пультик управления. Это не лестница. Ладно. Возможно, это не то, что я думаю, и искать надо что-то другое, хотя там что-то было подсвечено. А, вот. Пультик-то побольше размеров, чем я думал. Долгие неслышные разговоры. Как они его отпустили, кстати, из форта? Какого? Кто его отпустил? Такие кривые охранники, вот такие кривые, ну вот просто. Сказали же, глаз да глаз держать за этим придурком. Нет, они его отпустили. После запуска катера вы и ваши друзья навсегда покинете планай, а эта история завершится. Если у вас остались незаконченные дела на острове, сейчас последняя возможность их доделать. Вы готовы покинуть остров прямо сейчас? Да! Не бросайте меня! Уроды долбаные! Вернитесь, долбаные уроды! Вы не понимаете, что творите! Они просто жрать хотят. При чем здесь хостел? Они же в форту прятались. Спасибо, что вернулись за нами. Простите, что я сомневалась в вас. Как самочувствие? Хорошо, док. Лучше некуда. Голова чток болит. А так я в полном порядке. Этот Серпо. Да. Он нас больше не побеспокоит. Как насчет Харлоу? Мы...
не смогли ей помочь. Да, она решила остаться. Без башки. Шесть дней спустя побережье отдаленного острова. По словам властей Банои и Поланая, кризис миновал. Жизнь постепенно возвращается в норму, и спасательные группы устраняют последствия муссона, бушевавшего на архипелаге. С помощью ядерной бомбардировки. Спасательные работы пересекать границы региона запрещено. Слухи об эпидемии чумы не подтвердились. Международные спасательные организации продолжают оценивать ситуацию. Автопилот. Даже на тачках такого нету. Конец. Окей. Сигарета. Значит, это Варшава. Польша. Польский шутер. Ну, в плане шутера это, конечно, видно. В общем... Только что вы посмотрели прохождение Dead Island Riptide, за исключением небольшого получасового куска, про который я говорил. Вот. Ну, а так все так, как должно было быть. Ну, что я могу сказать? Как-то вот что-то... С самого начала прохождения я испытывал какой-то напряг. Вот... Напряжно мне было играть в эту игру. С первым Dead Island'ом после нескольких часов стало однообразно, да? Но это одна проблема. А здесь мне сразу стало напряжно. Возможно, я знал, что это будет 100% однообразно. Возможно. Или возможно, потому что я уже наигрался в свое время в Dead Island оригинальный. Но тем не менее, вот было такое какое-то ощущение, и постоянно эти коридорные посылания туда-сюда, и отсутствие всех этих маршрутов. В общем, невозможно сориентироваться на местность, потому что все везде одинаковое. А вот, ну, в общем, много бесячих моментов. Как-то вот так вот, не знаю. Вот наоборот, к концу игры я как-то разогнался нормально, так уже на расслабоне начал играть, особенно когда я получил эту катану или там нормальное оружие и все такое прочее. Ну, в общем-то, это все тот же Dead Island, этот Dead Island, который был. Вот. Дополнение как дополнение, ничего нового, ничего такого. Никаких обрезок. Ну, в общем, добротное дополнение, самостоятельное. Не прибавить, не убавить. Ну, в общем, по поводу сюжета вообще плевать, что там сюжет. Дополнительных заданий я уж не проходил, потому что мне и так задолбало туда-сюда по этому городу или по этим джунглям бегать 500 раз. Вот, поэтому даже не стал обращать на них внимания особого. Да и так нормально было. Довольно-таки хардкорным получился, много раз я подыхал. Ну, как-то так. Ну, я думаю, что 8 баллов вполне. Вполне. Есть нарекания, конечно. Особенно в плане управления. Тяжело герой двигается, физика его движения какая-то кривая. И шутер. Шутерная часть, ну, невозможно с мышки. И оптимизация тоже хромает. Ну, вот так все вполне на уровне. Вот. Ждем Dying Light. И все, больше нечего сказать. Но это уникальный представитель в своем жанре. Где вы еще такое найдете, да? Но Dying Light будет развитием Dead Island'а. Во всех его направлениях, я думаю. Вот. Ну, это уникум в своем жанре, конечно. В жанре зомби. Ну, не жанр, да, а вот по зомби-тематике. Уникум в своей тематике, скажем так. Поэтому надо это учитывать при оценке. Ничего подобного больше, в принципе-то, и нету. Вот. Поэтому 8 баллов. И, в принципе, сказать больше нечего. Ну что ж,
Прохождение Dead Island Riptide закончено. С вами был DOSKOS. Я надеюсь, вам понравилось. Если так, ставьте лайки. Если вы еще не подписались, подписывайтесь. Рассказывайте друзьям. Всем удачи. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока-пока.